Так, ну давайте релик возьмем. О, сумка готовности. Привет, Сазумка. Доброе утро. Как ваше настроение? Я потихоньку как омбру качаю, но уже у меня 70+. Так, что мы хотим? Сокрушить состав, мне нравится карта. Ловкость рук. Боевой псалом. Частица вспышка. Ловкость рук. Хочу ли я карту? Ну, в принципе, эта карта неплохая, да? Святотатство, стыд. Пушка. А, все, попытки. Потихонечку я качаю персонажей. Проиграла шоколадку, спорили на бан Ютуба. Я спорила, что за четверка его забанят. Да, бывает. Ютубчик-то живет. Живчик. Пока что. Но говорят нам, я не знаю, насколько правда, но говорят там в правительстве вовсю такие разговоры говорят о блокировке Ютуба. Я уже морально готов. Я уже не просто морально готов, я уже жду, когда его отключат. Если честно. Не знаю почему, но я вот жду. Не, ну за шоколадку, конечно, обидно. Максимально. Итак, 9 плюс 12 это 21. 24 не хватает. Я вообще в шоке. Я тоже была готова. Думал, в понедельник заявят, дадут 2 дня всем оттуда все забрать, как инстой был и все, но нет, даже пока ничего не сказали, да. Мне кажется, они немного боятся это делать, если честно. Склониться. Нравится эта карта мне. Давайте возьмем. Да, я тоже удивлен. А что за улучшение у этой карты? 4 защиты. Почему у меня
В руке одни карты атаки. Мне кажется, договориться пытаются. Я не представляю, какую бучу YouTube. То есть Инстаграм-то понятно, там всякие девочки сидят, которые жопы свои постят. Но YouTube... Ютуб же все-таки такой, святая корова. Я не знаю, как это назвать уж. Я думаю, многие будут возмущаться. Если его реально забанят. Ну и к тому же, нет же хороших альтернатив, насколько я понимаю. Давай жди, 9, 18. Не хватает урона. Эх. О, поговори с рукой. Поговори. Поговори с рукой. Так, поговори с рукой, реально. Надо ходить. Поговори. Посмотрела косплей Нюка. Мне кажется, это кринж, сори. Я не знаю, кому там понравилось, возможно. Но мне кажется, это вообще нереальный кринж. У Ары было лучше, он прям на контрасте сыграл. У Нюка костюм неплохой, но такого эффекта не было. Не знаю. Возможно. О, есть врезать. Что, выглядит как план. Не знаю. Мне кажется, это, конечно, рофельно все. Но мне не очень нравится такое. А мини-тауешка хорошая. Или смена стойки. У нас смена стойки-то не часто будет происходить. А мини выглядит как более приятная карта. Так. Пам-пам-пам-пам. Пам-пам. Пам-пам. Поговори с рукой, поговори. Жду косплей Кли от Чачина, буду над этим потешаться. А он что, реально хочет сделать косплей Кли? Так, у нас будет 8 плюс 2, 10. У него 13 урона. Но это, наверное, лучший ход. 8 плюс 12, наверное, лучше.
Пинок догонку. Хорошо работает с поговорить с рукой. Ногой с разворота хорошо работает с божественностью. Надо ногой с разворота брать. Правда, она пока тяжелая для нас. Но поговорить с рукой мы тут никак не реализуем, к сожалению. Так что ее надо прожимать. Или надо было с разворота ударить. Непонятно пока. Да и это так, раз уж наших геншинщиков пошла такая мода на косплей девочек. Это вообще странно, если честно. Не знаю, что их там поперло на это. Я удивлен. Блин, прожать или не прожать? Надо прожать. Надо прожимать. Возможно, стоило баночку проесть. Так, давайте считать. Допустим, я вхожу в гнев, это 9 урона. Плюс 12, 21. Плюс 12, 30. Так, кстати, мне хватает. Акапеко. О, найс. Вот это хорошая картонка. Ее бы нам еще улучшить. Но я точно хочу поверху тут магазин. Ищи курьер. Ну, мы, кстати, ваншотнем одного из них. Наверное, так и надо делать. Да. Офигеть. Слушайте, что мне за карты дают хорошие? Тут даже выбор очень интересный из всех. Мне бы еще книгу дали, которая карты грейдит. Я бы вообще просто охренел. Слушайте, духовный щит выглядит очень приятно. У нас есть и с ногой с разворота, которая добирает карты. Есть святость, которая добирает карты. Плюс есть сумка готовности. Духовный щит. Мантра тоже хорошо. Было бы две, но пока, мне кажется, рано. Вторую. Давайте щит. Возможно, нам стоит три карты улучшить. Перед боссом. Какие мы три карты сможем загрейдить? Например, поклонение. Поклонение, вот эти две, мы будем быстрее в божественность ходить. Какую еще карту можно загрейдить? Возможно, поговорить с рукой загрейдить. Против слизни она не очень. Я думаю, что надо идти, да, грейдить карты. Чем элитка для меня важнее сейчас. Грейды.
Опаньки, элитка тут. Изи. Еще и талон получили. Слушайте, хорошие релики. Все хорошие релики. Надо загрейдить, чтобы она больше мантры нам давала. О, я еще и могу избавиться от одной карты. Прекрасно. Вот, кстати, хороший вопрос. Избавляться от вспышки, по сути, вспышка супер лишняя карта. Какой такой талон? Талон на питание. Это реликт. Талон на питание. Здесь есть талон, Сузумка. Надо начинать тебе играть в шпиль. Будешь талоны на питание получать. Ладно, я вспышку, наверное, удалю. Самое логичное. У нас уже есть вход божественности. Мы будем от этого играть. Нам останется только удары удалить, и мы вообще в полном ажуре. Так, что мы хотим еще закрыть? Ну вот, поговорить с рукой против слизняка, так себе карта, мягко говоря. Возможно, стоит ногой с разворота. Или аминь. Тоже хорошая карта. Но вот эти четыре нижние, какую-то из них. Надо подумать. Надо будет бихолдер на стриме пройти. Вот это да, кажется, пора. Так, ладно, на слизняке не очень. На слизняке... Вот, на самом деле, вот эти две карты на слизняке больше всего помогут. Наша цель его быстрее убить. Ну, допустим, аминь... Если у нас все плохо пойдет, аминь будет ауешить. А он плодит кучу мелких. И аминь будет суперсильной картой. Наверное, аминь надо улучшить. Просто потому, что он ауешит, и в ситуации, когда мы в полной жопе будем, он нас спасет. Так, он еще один ход не хватит. Следующий ход он будет атаковать. У нас будет 3 обороны. Он очень много атаки сделает в следующий ход. Хотим ли мы вот это следующий? С другой стороны, мы можем покрутить. Можем покрутить и быстрее в этот войти. Давайте попробуем быстрее войти в божественность. Не факт, что это правильное решение, но давайте пробовать. Понимаю. Бах.
Но это много урона будет. Сорок восемь. Бах. Еще раз аминь можем сделать на 16. Ой, я зря немножко так сделал. Ну ладно, ладно. Спокойно. Можно было отъехать, кстати, за такую ошибку. Сюда. А я просил. А я просил книжку. Если я смогу загрейдить все свои карты, это будет имба. Так, нам еще четвертую ману надо обязательно. Хотя стреляби может три карты удалить. Но выглядит, конечно, это очень вкусно. С другой стороны, у нас уже есть рабочая дека. Мы можем взять корону и, в принципе, не тужить. Жить, не тужить. С другой стороны, воронка не позволит отдыхать, если я смогу аккуратно. Если я типа супер аккуратно буду играть, то воронка, конечно, полезней. Вообще все три релика хорошие. Возможно, стоит от ударов избавиться. У нас есть книжка. У нас есть книжка, она будет грейдить карты. Если она будет грейдить удары, нам не очень. Мы можем прямо сейчас три удара как бы сделать другими. А, давайте попробуем астролябию. Ну-ка, что нам дали? Великолепие, отлично. Мант, медитировать хорошо. И желание тоже. Ну, слушайте, все три хорошие карты дали. Особенно вот великолепие. Хо. Ладно. Чувствую себя неплохо сейчас. Раз, два. Тут три элитки справа по пути. Блин, магазин и три элитки. А здесь магазин. Раз, два. Тоже магазин есть. Тут вопросов полно, я бы по вопросам погулял. Следующий ход он будет много атаковать. Есть желание. Надо не забывать, у нас есть то, что разыграть. Желание, книжку. 8 панциря. Неужели придется 8 панциря разыгрывать?
Нам защита нужна. Я не хочу получать урон. Ай. Я его все равно, конечно, получу. Ай, не забывать надо. Ну, он, конечно, настакал, красавчик. Блин, аминь и медитировать плохо сочетаются. Они оба завершают ход. Возможно, надо будет одну из них выпилить. Либо добора побольше взять. Но добора не хватает. Вот у нас будет поклонение. Да. Печально. Придется сейчас книжку ждать. Или не придется ждать. Все еще в руке книжка будет. Но 11 на 2 это очень много урона. Походу мы книжку не ждем. Я не хочу урон получать. Не очень идем. Мягко говоря, могучий ботинок или ключ? Ключ. Улучшить карту.
Ну, очевидно, что медитировать надо прожимать. Кажется, надо одного убивать. Вот эта карта мне еще одна нужна. У нас сейчас будет ровно за одну прокрутку колоды, мы будем входить в божественность. Прекрасно. Так как минимум частично все наши проблемы должны решить. Я очень хочу загрейдить бдительность. Надо грейдить карту, пока дают. Я, конечно, урон получу, но что поделаешь. Удар загрейдил. У меня в деке один удар, один, и он загрейдился. Все остальные типа карты, ну окей, для грейда. Ну как так-то? Есть улучшенное защититься. В принципе, оно выглядит неплохой картой. Че тут? О, ну, понял. Ну, я, наверное, на огненные элитки сразу прожму.
впереди нас может очень сильно. Это у нас плюс 10, а его 16. Придется это ужать. Надо обязательно сейчас медитировать. О, спасибо за подписку. Господи. Какая-то реклама, бот. Сейчас мы его задушим. Души бота. Так, подождите-ка. Сначала нам надо мантру поменять. Возможно, снятость. Может, буду с разворота сделать. Или как-то доберется. Привет. Чем можем идти? Больно. Урона. Походу мы встряли. ХЗ как 30, но этого не убивает. Надо оборону жать, наверное. Ну погнали. Будем молиться. Молимся, молимся. 51.
Мы его убиваем. Убиваем ли мы его книжкой какой-нибудь? Вопрос в этом теперь. Не, походу, книжкой не убиваем. Печаль. Обмануть реальность. Хочу ли я себе защиту? Чуть не очень пока. Кстати, желание прожать на змейка прямо сейчас. На золото я бы не хотел, но, наверное, на панцирь. Потому что я не знаю, что будет. У меня лишняя защита не повредит. Возможно, стоит еще нажать медитировать. Я ошибся. Можем в любой момент. Но мы не убиваем его. Так, надо считать. У нас 9, 8, 17, 21. Он каждый ход по 27 фигачит. На 3. Тоже не убивать его. Можно стойку было сменить. Сейчас я тоже могу сменить, я понимаю. Придется поход менять. Ну, нам хватает дамаджа сейчас. О, вернее, выживаемости. Я не знаю, 48. Да, я убиваю. Окей. Я хотел книгой добить, в этом проблема. Ну ладно. Слабость. Давайте. Тут не до жира бы выжить. Возможно. Так. Ну, понятно, что мы ее играем. Поговори с рукой. Нет, надо разыгрывать.
поклонением. На следующий ход можем войти в божественность, если сейчас замедитируем. Одного убить, медитировать, достать великолепие и поклонение. По идее, этого гремлина не убиваем, но ладно. Я даже без поклонения могу войти. Десять на три, что? Ну, вот ты так много дамажишь. 45. Выгоднее его будет бить, я думаю. На нем поговори с рукой. Я убиваю его. Можем ли мы как-то пережить? Опаньки, книга. Не хватает. Да как так-то? Чуть-чуть не хватает. 10 на 3. Может быть, выжить этот урон? Так-то, по идее, мы не умираем. Могу в спокойствии убить этого мелкого, успокоиться. Если есть возможность желание разыграть. У меня тут, по-моему, магазин скоро. Еще ход защитный. Куча карт защиты. Окей, давайте. Давайте бабки сюда. Там и книга. Но тут добора нету. А, есть ногой с разворотом. Ну, мы можем войти в божественность на следующий ход. Что в любом случае у нас будет вагон маны. Little problem. Эта карта здесь лежит. Ногой с разворота две карты принесет. Ладно, допустим. 33. 33. Мы можем в него ударить, да? Прекрасно. Ух. Вообще мне не везет с крейдами. Мне книга, короче, у меня был один удар в деке, вот много карт. Любую грейди нормально, но он мне загрейдил удар, который как бы, ну, я удалить собираюсь.
А сейчас загрейдил тоже ненужную карту склониться. Потому что здесь 3 мантры, здесь 3 мантры. И здесь получается 5 мантры. У меня за один цикл и так десятка была. Сейчас у меня будет по 11. Ну тоже не особо нужно сейчас апгрейд. Кульбит. Интересно. Вообще, кульбит, по идее, неплохо. Он позволяет прокручивать деку. Если еще и загрейдится, будет за 2 маны. Вау. Ну, неплохо. Наверное, надо похилиться, да? А у нас есть талон на питание. Мы все равно пойдем здесь, похилимся, в крайнем случае, перед боссом. Может, там какая-нибудь вафля будет. Давайте лучше улучшим карту какую-нибудь. Может, чтобы легче добивать было. Или больше защиты, или кульбит. Вот эти бы две карты тоже загрейдить еще. Что мне нужно? Наверное, больше защиты. Хочу больше защиты. Эй, талончик. Сейчас, талончик нам поможет. Блин, мы не можем долго раскочегариваться на этом. В этом бою. Я получу 2 урона, но пофиг. А, не, не получу. Хорош. Ну и рука, конечно, видите? Вот зато кульбит помогает в таких ситуациях. Вот у нас сейчас есть возвышение, и это они и так останутся. Нажимаем кульбит. И у нас все чики-бомбони. Вообще поговорить с рукой я бы сюда хотел кинуть. Мы, кстати, можем убить. Мы можем поклониться и убить чела. Наверное, лучший ход. Двадцать семь плюс 10. Нет, это 37, а у нее 66. Не хватает. 12, 5, 5. И удар. Он накидает нам херни в деку. Или мы можем вот эту. Но это лучше сохранить. Надо убивать его потихоньку.
Опаньки, медитировать. Мы сможем достать книжку, да? Прекрасно. Отлично. Чем мы тогда хотим? 16, книга, удар и книгу, да? Удар и книгу. Шесть и семь. Не хватает. На мне слабость. Holy shit. Ну что, придется? Не хватает. Да за что? А план был хорош. Возможно, надо было великолепие достать. Если бы я великолепие достал, мне бы хватило. Что-то я не подумал, что на мне слабость. Ладно. Окей, поклонение. 22, скушали. Книга загрейдила сама себя. Ну нормально. Я считаю. Теперь другие карты будут легче загрейдить. Вобрать. Болевые точки разрезать. Вообще разрезать выглядит неплохо. Была бы загрыжена, наверное, взял бы. Вот, талончик сработал. 43 хп. Опаньки. А у нас много вообще? У нас и нет их талантов. С атаки и навыки. Талантов нет. Не новый талант. Что бесполезно. Так, точно удалить хочу. Зельки. На силу и на ловкость есть неплохо. Груша. Может какую-то защиту удалить, я не знаю. Удар на 9 урона. Так-то. Обороны просто. Обороны. Зельки. О, у нас же много мест. Не, ну ловкость лучше. Вот покупать грушу или не покупать? У нас есть чаша, которая настакает нам еще хп. Что-то будут брони давать. Давайте. Гелики. Поздно. Скип. Прикольно было бы чисто аминь нажать. 24 по всем. Почему бы и не нажать, да? По всем или будет меньше, да? Но так мы сделаем 27, значит мы одного быстрее выгасим. Не, давайте быстрее убьем одного лучше. Я
Если бы на мне спокойствия не было, наверное, я бдительность ями не нажал. Так как? Мне просто так приятнее. Блин, вот это, конечно, у нас забавная. Забавная рука. Нам бы книжку добить одного, да, на следующий ход. 12. Но я по-любому урон получаю. Кусик. Оборону забрейдил. У нас же еще желание есть. Но мы уже его не сыграем. Или сыграем. Или сыграем. Ой. Сори, мисплей. Я что-то... Ладно. Фух. Не получили урон, тоже хорошо. Блин, хаос, хорошая карта. Ну ладно. Врезать, 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 врезать сюда. Преобразовать карту. Оборон, наверное, какой-нибудь. Или удар. Ну, давайте оборону. Хо-хо, поклонение дали. Найс. Блин, я не знаю, стоит ли сейчас хилиться, или лучше паковать какую-нибудь карту. Например, врезать. У нас будет много защиты. Или поклонение, чтобы оно в руке оставалось. Будет удобно разыгрывать. Наверное, надо... Удобство. Я думаю, я зельки прожму на боссе. Мы его пройдем. Семнадцать. Нам хватает защиты. Сейчас, наверное, не стоит пока зельки жать. Или стоит силу хотя бы прожать, чтобы побыстрее его убивать. Можем сейчас перейти, но у нас ничего нету. 14, 8 плюс 5. Пропивать.
надо поговорить с рукой накладывать. Что-то, что мы хотим на следующий ход. Кстати, можем опять в божественность перейти на следующий ход. Две склониться достать и все. Хотел бы я 54 нанести, но, наверное, лучше спокойствие войти. У нас есть опции. Нажать кульбит, например. Тогда мы получим поклонение. Урок, ловкость рук. Или мы можем сейчас покрутить и получить все карты. +18, +8. Ну, вообще-то, нас устраивает этот вариант. Прямо сейчас получить. Если мы врежем, это 11 + 3 = 14. Ну окей, у нас есть два поклонения в руке. Отлично, он не ходит. Окей, на следующий ход божественность будет. +119 урона. Великолепие. Но по идее мы можем еще и в следующий ход божественность войти, да? Можем поклонение и книгу достать. Так, это план. Хочу ли я голду полутать? Наверное, да. Вопрос, нам хватит ли урона? 33. Не так много урона. Давайте святость. Посмотрим, есть еще одно поклонение. О, 137. Отлично. Загрейженная святость. Очень хорошие оставленные карты. Слушайте, а выглядит план. У нас два поклонения, это две оставленные карты.
Плюс у нас есть защититься, это тоже оставленная карта. Плюс медитировать, я не знаю, засчитывается ли он за оставленные карты. Ну вообще, давайте. Давайте, ее даже можно будет загрейдить, и она будет начальной. Нормас. Блин, маны дополнительной нет. А не видеть намерение, это капец. Возможно, стоит выпилить одну оборону. Я бы хотел дополнить, ну типа пирамида нет, это купол тоже, но придется клетку брать. Выпилим оборону и атаку. Ну все, теперь все грейды, которые книжка будет делать, все будут полезны. Нам еще магазин нужен очень сильно. Очень сильно нам нужен магазин. Надо будет не забыть на костре отдохнуть. И получить... ключ. Так, тут 2, 3. Но тут есть магазин. Тут даже слишком много магазинов. А если мы пойдем вот 1, 2, 3 элитки. Вот костер. Тут 3 костра. 3 костра, 3 элитки. Но здесь нет магазина. А если мы так пойдем? 1 магазин, 2 магазина. И тогда 2 элитки будет. Наверное, так. Через 2 магазина в начале. А если идти через 2 элитки? 1 магазин. 1 элитка. 2 элитка. Можем вот так пройтись, зайти тут в 1 магазин. Пройтись тут еще в 1. Так, наверное, лучше будет. Отлично. Опа, кульбит. Сюда кульбит. Сейчас они, блин, обмажутся этой своей броней. Теперь будет каждый ход потихоньку снижать свою стоимость. Но мне кажется, надо прямо сейчас нажимать. Урона. Но
Надо будет потом медитировать в конце. Так, надо посчитать. 5 маны. 81. Мы одного убиваем. К 100. У нас еще желание есть. Желание я тоже хочу разыграть. Так, нам нужен тогда добор. Да, но уменьшает, короче, этот талант уменьшает стоимость карт, оставленных с помощью медитировать. Вот это, конечно, да, круто. У нас есть желание, мы прямо сейчас ее можем разыграть. Думаю, стоит, наверное, разыгрывать. Я вот этого ждал. Я ждал маны. Много маны. Желание голда. Ну и все, типа, у нас больше. Можем убивать. Одна склониться, предсказание, коронный прием. Я думаю, посклониться уже все, хватит. У нас два поклонения, нам более чем достаточно мантр. Два поклонения и два склониться, хватит. Хватит божественности. Давайте хапошечки. Голды прям вообще много. Молитвенный барабан. На третьем этаже актуальненько. Я не знаю, может быть, через два магазина пройти вообще. Хотя нам удаление карт, наверное, не особо нужно. Может, мы что вкусное найдем прям? С элитным врагом, два силы, каркар. Можем удалять карт. Удалять. Пока, наверное, типа вот это да, вот это да. Я и забыл же, что у меня эта штука. Ладно, уйдем, хватит драться. Сейчас мы получим. Но я дерусь, потому что у нас талон. И потому что мы похилимся точно. Так что не вижу причин не драться. Конечно, все еще можем кульбит прожать. Если шо. А если мы прожмем кульбит, у нас шанс на поклонение высокий. Вот тут очень много карт атак. Мне лучше, наверное, здесь остаться. 19. Какое я желание хотел прожать? Возможно, стоит желание жать. У нас впереди магазин, и колда не помешает. Пока нам дают сжать уязвимости. 16. Наверное, надо разыгрывать.
27. Нормально. Так, можем в божественность войти. Просто обязаны в нее войти. 48 45. Ну, то есть одного мы убьем. Это у нас 3 маны. Еще на 3 маны мы можем защититься. Ай. Вот за что мне ожоги эти достались? 27. Могу слабость на него накинуть. Походу так. 15. 14. Ауч. Один он наносит, офигеть. Чё так много-то? Доходу время для кульбита. Блин, ну книжкой мы никак не можем добить. Увы. Слишком неохота получать урон. Иммунитет к слабости. Найс. Еще одну врезать. Давайте. Нам бы улучшить их как-нибудь. Еще бы вот это самообладание улучшить. Мы берем одну элитку, еще одну, еще магазин, да. Навык. Навык в начале. Какой мы навык в начале хотим? Поклонение в стартовую руку. Хочу ли я поклонение в стартовую руку? Если у нас будет самообладание в стартовой руке. И у нас стартовая рука за счет сумки готовности на две карты больше достает. Это тоже, кстати, наконечник пера, много урона. Давайте лучше его возьмем. Возможно, оборону надо выпилить. Можно божественность перейти. Зелье-то хорошее. Можем, кстати, карты получать вообще много.
вместо элитки. Так, ладно, отдыхаем сначала. Мы можем пойти через костер. Пустим костер. Элитка, магазин. Вместо элитки дополнительный костер. Дополнительное улучшение карты. Слушайте, хочу улучшить карту. Больше, чем на элитку сходить. У меня уже дека нормальная, рабочая. Как говорится, божественность в первом ходу. Давайте. 69. Сразу убиваем одного. Пусть пока отдохнет, подумает о жизни там. Следующий ход книжку убить. 8. Это бесполезно нажимать. Не знаю, мы сможем 3 цели убить за один ход? Я сомневаюсь, но попробовать стоит. Ну, как минимум, мы желание сможем прожать, да? Желание, что нам? Мы все равно в магазин зайдем, да? Нам голда нужна. Двадцать семь. Жалко, конечно, не зашло так много атак. Я хотел бы. Увы, книга не реализует себя. Можем убить, сделать кульбит. Это тоже воскреснет. А, подожди. Один из них воскреснет. Я могу убить. Могу, могу. Но хочу ли я это делать? Или не могу? 8 плюс 7, 16. Да. Могу убить. Но у меня есть книга, да? Наверное, я хочу книгу реализовывать. Будем ждать. Сейчас должны убивать, по идее. 39, 27. Все отлично. Кусь. Врезать. Кстати, я заметил, что таким образом... Взятые карты и уменьшенная их стоимость, она на весь бой уменьшенная стоимость остается. Это надо учитывать теперь. Шипы. Разрезать судьбу. Но опять же, не улучшенная. Улучшенную бы точно взял.
защититься. Нет, слушайте, вот защититься можно взять, она будет за ноль. Самообладание загрейдили. У нас, кстати, первая атака будет очень сильная. Карта вопрос. Барабаны вопрос. Что за комбинация? Жалко, что на третьем этаже. Но хотя у нас еще несколько боев ожидается. Я вот думаю, по вопросам ли походить? Почему бы и не по вопросам? Мне, в принципе, ничего не надо. Но только карты грейдить. Но здесь может быть сражение с боссом, да, релик. Магазин. Фак, откуда ты тут? Поговори с рукой. Слушайте, на сердце еще одна поговори с рукой. Сюда. Ну вот бой. Окей, мы даже желание можем на первый ход прожать. У нас же еще один магазин. У нас перед магазином магазин, офигеть. Слишком много магазинов. Слишком много магазинов. Кстати, можем защититься. Защититься, хлестнуть, медитировать. Две карты достать. Примерно божественность. Защититься. Хлестнуть. Медитировать. Надо понимать, что эти карты будут очень мало стоить. С одной стороны, я могу два склониться взять. Было бы прикольно, мы сразу божественность войдем. Ну там два этих. Я бы, наверное, лучше все-таки духовный щит взял. Чтобы его стоимость была ни о чем. Теперь на весь бой они будут стоить очень мало. Я считаю, это кайф. Поклонение, поговори с рукой. Можем прямо сейчас много надо вложить. Надо вложить. Раздаю дамажить, надо дамажить. Книгу взяли, очень прикольно. В скобочках не очень. Блин, ладно. Я бы поговорить с рукой хотел сыграть. Может быть, кувыркнуться нам и достать книгу наконец-то. Тридцать урона. Святость. Склониться. Следующий ход, скорее всего, будет книга. Так что нам лучше приготовить две карты, которые подамажат. Но не сильно. Подамажат, но не сильно. Типа, например...
срезать и скрушить устав. Так, у нас 39 урона, а здесь 36. 36 плюс 39. 75. Не хватает. Здесь 45. 45, отлично, 45 нас устраивает. Кусь. Ловкость рук. Еще один кульбит. Еще один кульбит. Нужен ли нам еще кульбит? Тут. Но мне кажется, нет. Давайте хп возьмем. Что нас тут удивит магазин чем-нибудь? Кстати, две ловкости есть. Можем удалить карту. Можем две ловкости взять. Две ловкости вообще вкусно выглядят. Лучше, чем таланты. Урона. Мы, кстати, можем убить. 4 получить. Можем аминь нажать. 24 урона всем. Можем великолепие аминь убить вот этого хрена. Но с другой стороны, не, надо вот так только жать. Мы книгой сможем добить обоих. На 2, а так там много урона. Ну где? Книга, ты где? Наконец-то пришла книга нам. Наверное, стоит поклонение прожать. Да. Кажется, у нас немного проблемы с ХП. Я зря защиту сыграл, но, блин, ладно. Что-то я глупенький. Я замисплеил. Ну, как говорится, мисплей так мисплей. Ну, ничего страшного, думаю.
машина сокрушить суставы. Эх. Не, ну вторую я не буду брать. Я бы поменял свою на апгрейдженную. О, разрезать судьбу улучшенная. Ну давайте. Давайте. Урона. С рукой. Я, наверное, думаю, сейчас мне движуху никакой не стоит делать. Или стоит? Конечно, блин, стоит, да. Мне же мало приключений. Нормально. Вот это были приключения, конечно. Следующий есть книга. Получится ли у нас намутить? 13 на 3 урона. Что-то дофига. Ой, я хотя могу заблочиться. Теперь бы книгу нам найти. Книга, что происходит? Мы можем в божественность прямо сейчас выйти. Книги здесь нет, книга вот в этой части. То есть нам еще крутить и крутить. Крутить и крутить. Что-то он на нас обиделся там. Разозлился. Так, нужна ли мне голда? Давайте чё. Давайте золото. Все ваше золото. Я мог убить его. Больше такого не стоит. Да, и не зашло.
Подождите-ка, тут 13 урона. У нее сейчас 19 хп. 19. Плюс там еще защита повешена у него. Хватит ли... Это будет много урона. Мы много мантры получили. Можем святость получить. Прокрутить. Нам не хватает. Но в божественность мы не входим, блин. Какая-то ситуация не очень хорошая. Да, блин. Да, мы в плохой ситуации. Божественности это не сделать. Ну, давайте так. Вроде не убивает, да? О, ну слава, слава. И о, хлестнуть поясом загрейдили, найс. Уже много загрейженных. Теперь слабости на два хода будем накидывать. Хорошо. На сердце пригодится. Да, книга много карт улучшила. Просто капец. Как я кайфую с этой карты. Так, здесь у нас скип. Скип. Но я думаю, 75 хп более чем достаточно. У нас там будет магазин, мы талончиком там откушаемся. Если что. Плюс у нас отсели клан, давайте ковать. Вопрос, что ковать, актуален. Уязвимости очень приятная хрень. Наверное, ее. Два урона в первый ход. Серьезный парень. А не хочешь ли ты поговорить с рукой? Я думаю, еще одну, наверное, надо играть. Капец, у него защиты много. Мы не можем врезать, потому что... Блин, надо еще подумать, что нам на следующий ход еще обороняться. Возможно, на следующий ход, конечно, не ходит. 8. На 12 картах. 24. 4 карты мне надо сыграть.
Можем 4 карты сыграть. Раз, два. Значит, у нас 4 маны. Раз, два, три, 4. Нам надо обязательно защититься, сыграть, поэтому врез не получится. Теперь что мы хотим достать? Надо понимать, что она будет навсегда уменьшена стоимость этой карты. Может, поклонение, потому что у нас будет... Как же он много дамажит. Но зато у нас теперь, можно сказать, развязаны руки. Мы можем много карт сыграть. 10 на 3. Можем желание сыграть. 27. Нам щит не нужно играть сейчас. Совершенно. Можем разыграть желание, чтобы оно не мешалось. Желание и врезать, и... Атака. Слабости накинуть можем. У нас еще ход нам надо обязательно не разыграть лишнего. 8 4 карты. 8. У нас будет божественность. Лучше побольше карт на следующий ход сыграть, думаю. Да, то есть одна карта, чтобы божественность войти. 9. Здесь 3 карты. 3. Да, нам ничего не надо играть с этой руки. Если мы хотим выжить, конечно. Да. Хули-мули. Нормально. Живем. 20. Хотя, подождите-ка. 27, 10. Тройной 36. Две карты. Это даст 20. Это даст 36. Но это еще даст по 3 дважды. Сорок девять плюс девять, 50.
Ну вообще, да, нам хватает. Нет, не хватает немножко. Я плохо посчитал. Конечно, теряем хп. Блин, он накидывает минус количество карт, это реально бесит. Потихоньку, полегоньку нас грызет этот чел. Это ж бесит. На следующий ход две карты. А, ладно, он не атакует, прекрасно. Что мы в говне? Мы в хавне. Он снял себя этим. Поговори с рукой. Блин. Выглядит как очень много урона. Можем божественность, допустим, прожать. У нас будет больше защиты. Наверное, стоит медитировать, да? Скорее всего, нам зайдет что-то, да, то есть три карты на божественность. Можно побольше маны. Или прямо сейчас это сделать. Все равно в божественность входим. Если хотим. Скорее всего, мы не хотим. Хотим на следующий ход.
8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10. Блин, я не хочу сейчас божественность ходить. Я ману не посчитал. Чё поделать? Подожди, ну мы можем еще божественность на следующий раз сделать. Я думаю, ему капец. Фух, потненько. Ну, если что, отдохнем, да? Так, по идее, нас должно хильнуть. 73, плюс еще мы хильнемся с талона на 15, это получается 88, ну как раз ровно столько, сколько надо, мы хильнемся. Нормально. Я почти все карты улучшил. Цветочек есть, который ману дается. Выглядит вкусно. А это что за релик? В полоборота. Ну, блин, мне мана кажется более профитной. Ну, постоянно маны не хватает. Дополнительная мана. Давайте. Ладно, погнали. Хочу ли я медитировать или 22 урон нанести? Что я могу? Допустим, я сейчас медитирую, да? У меня, во-первых, самообладание, да, прошать, это точно. Так. Мы можем либо надамажить сейчас обоих, либо смедитировать и уменьшить стоимость двух карт каких-то. Например, святость будет за 0. Святость и сокрушить уставы за 0. Либо, допустим, 2 склониться. Если мы делаем 2 склониться, мы будем в божественности в следующий год. То есть какие бы карты ни пришли, мы в божественности, это будет дополнительная мана. Божественность выглядит хорошо. Давайте. Давайте мне божественность. Мы бы ее так и так прожали, но так. Хотя, толк от этой божественности. Мы сейчас люлей получим. Скорее всего, ловкость надо прожимать. Здесь у нас 61 урон по нам проходит. И они еще под защитой. То есть врезать под божественностью. Сколько он нанесет? 36 урона. То есть он пробьет. Блин, ни одной атаки не зашло, и добора не зашло. Как неприятно.
Если мы два ловкости прожимаем. Сколько у нас брони будет? Так, 4 защиты, 8, 16. 16 плюс. Ничего. Плюс 16. 32 плюс 14. 46, 46. А тут... Не, ну определенно надо ловкость прожимать. Я не хочу перед сердцем страдать. Так, тогда нам хватит поить. Даже от единичку урона получил. Чё поделаешь? Здесь у нас какие опции есть? Божественность мы пока войти не можем. Можем посмотреть, какие карты. Можем посмотреть, покрутить, а потом крутануться кульбитом. Наверное, это наш метод. Можем слабости, конечно, ложить. А можем просто покрутиться, но сначала слабость наложить. Слабость выглядит... во-первых, только на это мы сможем слабость наложить. Ну... Да, давайте слабость. Там духовный щит будет. Поговори с рукой. Окей. Да уж. Могли бы и получше картона кидать. 26. Так, надо подумать. Сначала духовный щит. Потом, пока я не повернулся, поговорить с рукой, причем. Да уж. И опять нет топора. Где весь мой топор? Его и не было. Ладно. Теперь вопрос, что мы хотим. Наверное, мы хотим защититься. И повернуться в сторону щитовика. Что-то тяжело идет. Что, в щитовика будем бить? Я бы копье хотел уничтожить. 14 плюс 7, это 20. Так, ну не, мы можем в копье сделать. Какие мы смедитировать карты достанем? Допустим, во-первых, нам это успокоиться поможет. Святость клонится. Наверное. Ну что поделать, если мы в такой глубокой заднице.
можем войти в божественность? Скорее всего, мы это хотим делать. У нас минус 2 силы, офигеть. Пофиксили проблему. Тыщ, нормально. Одного убили, сейчас будет легче. Пойти. Пошел божественно свети. Наверное, да. И да есть, да его. Ногой с разворота загрейдили неплохо. Почти все. Фух, статуэтка. Как же она вовремя приходит. Святость в полоборота. Слушайте, ну, добор бы я не отказался, возможно, еще один. В полоборота тоже сильная карта. Можем стоимость атак уменьшать. Полоборота улучшены. Один с защитой. Мы нажимаем в полоборота. У нас тактика такая. Типа нажать в полоборота и потом нажать какую-то атаку. И это по сути будет 0. Но хватит ли нам добора в таком случае? Что у нас по добору? У нас ловкость рук. Которая так себе. Святость одна, ногой с разворота вторая. Вторая. Святость три. Медитировать, можно сказать, четыре. Вот это добор. Не, я бы взял святость. Давайте сюда. Мало добора. Больше добора нам не помешает. Фух, погнали. У нас две защитицы в руке. Две святости. Можно, конечно, прожать чудо. Две святости, и тогда мы задробаем много карт. Что нам, допустим, хорошо? Ну, вообще, все. Любой добор хорош. Давайте. Например, можем от желания избавиться. Ну, как избавиться? 8 панциря получить. Еще здесь будет панцирь. 4 силы получить. Есть еще вариант кульбитом крутануться. Допустим, сейчас... нажать самообладание, кульбит. Мы еще дробнем карты. Или желание разыграть. Где желание? Или защита. У нас будет 8, плюс еще здесь 4, 12 защиты.
Да. Ну и рука. Уязвимости. Скип. Фаран достал. +12. И надо еще одну защитную карту прожать минимум. И, наверное, книгу прожать, чтобы она нам не мешалась. Две маны только. И 67 урона. Ауч. 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 Ну, возможно, стоит нам в божественность вводить. Божественность на следующий ход входить. У нас будет врезать карта, скорее всего. Лучше на следующий ход. Слабости. Тогда какие карты я хочу разыграть? Хотелось бы броню нажать вначале. Но... мы можем слабость наложить на сердце и поговори с рукой, да? Давай. Медитировать. Так. Что мы хотим? Следующий ход. У нас будет божественность. Я хочу точно врезать. И еще точно хочу поговорить с рукой, поскорее навесить на него. Но он на себя повесил эту хрень. Эту хрень. Но по крайней мере на нем слабость висит, но тоже неплохо. Поговорить с рукой. Увы. Нам нужно будет артефакт разбить, прежде чем класть поговорить с рукой. Надо было брать... короче, надо было вот этого великолепия брать. Мы тогда много урона сейчас нанесли. Мы, конечно, можем кульбит нажать, но мне кажется, нет. Не стоит. Поклонение я больше хочу оставить его, потому что он будет свою стоимость уменьшать. Ладно, хватит. Мы можем в божественность войти. Защиты получить. Наверное, сначала защиту, наверное. Маны мало.
15. Защититься наиболее профитное. Так себе, конечно, вот. Следующий ход нас будет атаковать. Он нас будет атаковать. Он нас будет атаковать. Точно хочу поклонение, наверное. Карты не посмотреть. Ну так, там один склониться будет, так что поклонение окей, и врезать давайте. И врезать, окей, мы переживаем это, кстати. Найс. На нем все еще один артефакт. Блин, я думаю, поговорить с рукой нажимать или не нажимать. Просто мне кажется, он... Ладно, давайте нажмем. Чтобы она не мешалась. Медитировать поклонение или два вреза взять. Тут он склонится, может и не зайти. Так, мы можем добрать right now или добрать с этого две карты. Какие у нас тут? Сокрушить суставы и разбить. Я бы, наверное, святость один раз нажал. По 54 не хочешь получить слабость. Там врезать святость темень. Возьмем святость, но не будем ее играть, наверное.
трезвость, святость, имя. Можем, конечно, крутануть сейчас сильно. Хочу ли я крутануть? Врезать святостями. Святость мы взяли. Врезать там аминь. Хотя, наверное, аминь стоило скинуть. Или крутануть. Там еще одно врезать есть. Так, 9. Ладно, давайте оставим это. Не будем, у нас все равно урон по нему не придет. Ой-ой-ой-ой. 112 урона. Если мы выживем, да? Походу я этот приехал. Слабости. Подожди, я реально приехал? Урона по мне. Сто семьдесят семь. Не, я его убиваю, кстати. Я забыл, я на него повесил уязвимость. И он сейчас уязвимый. Найс. Фух. О. Ладно. Победили. Да, долго мы шли. 2,5 часа. Что-то дека какая-то сложная оказалась. У нас там победы на созерцающей хорошо идут. Мне не нравится на ней играть. 10-е вот было возвышение. 11-е, 12-е. Почти 3 подряд. Хорошая дека получилась. За счет... книги. Как она называется, эта карта? Усвоенный урок. У нас вся дека апгрейженных практически карт. Желание удивительно заиграло. Много колды я с него достал. За счет того, что желание много принесло, мы смогли. И у нас не было четвертой маны. Так забавно. Сейчас сначала астролябию взял. И потом клетку взял. Всегда удалял карты, я не брал. А не брал ману себе. Хотя под конец много мусорной всякой хрени пришло. То, что я покупал, типа вот этого, это работало. Вот это я купил. Это еще более-менее, но вот, например, нам на третьем этаже барабан пришел, и вопрос, ну, типа, камон, так себе. Это пришло перед сердцем. Ни одной зельки не принесло.
А это я купил. Сундук помог вначале. Ладно, хороший забег был. Ладно, пока что все. Пойду отдохну. Может, подрублю после обеда сегодня.